Приветствую! С вами видеоблогер Екатерина Снытко. И вот мои череночки от тигровой бегонии. Фильм можете посмотреть, как я резала. И заодно я покажу, как выглядит эта тигровая бегония. Но сегодня хороший день для посадки. И очень хочу посадить это растение. Потому что видите уже, какие хорошие корешочки. И покажу сегодня, как буду сажать. Сейчас посмотрим, какие корешки у вот этих. Что-то они там фуксятся. Ну, тоже есть и у них корешки. Не у всех, но все-таки есть. И опять устанавливаю воду. Вода хорошая. Все здесь в порядке. А вы что творите? Вон, подсыхают листочки. Что вам не так? Может, вас слишком много здесь? А? Просигнальте мне, скажите. Посмотрю вот это. Здесь тоже некоторым что-то не нравится. Я прямо их начну удалять. Возможно, их тут много. Так, и вот показываю корешочки. Здесь тоже есть корешочки. И есть такие, которые уже совсем хорошие. И их можно посадить. И, видимо, сегодня я посажу, сделаю два горшочка. Ну что вас, все посадить, что ли? Вы такие все красивые. Да, наверное, посажу-ка я вас всех. Сегодня хороший день, поэтому идите-ка вы на место. Вот, мои красавчики. И я вас сегодня посажу. Сегодня 11 сентября. Тоже вас мучить, если вы уже дали хорошие корешочки. И тут и молоденькие уже растут. Видите, какие красавчики. Все, сегодня я вас посажу. Сегодня, не переживайте. Вот так. А сейчас покажу, как выглядит бегония. Маточное растение. Бегония у меня установлена на стоечку. Я себе опять купила новую стойку. Но не все оно пришло в себя. Видимо, мне все-таки стоит удалить немножко листьев. Потому как что-то, ну, совсем вялое. Плеть такая вялая, что ли. Вот, если приглядеться, некоторые плети вялые совсем. Видите, значит, что-то отсюда не так. Вот я вытащила. Да, корень подгнивает. Зачем их мучить? Я вот обрежу. Вот так. И отправлю их напитаться водичкой. Нельзя дать растению погибнуть. И сейчас посмотрю все растение. Ты же уже сколько пробыла здесь. И явно говоришь, помогите. И хорошо ему должно быть. Но что-то не нравится. Видимо, корни так и не приходят в себя. Будем ждать. Будем ждать. Может, все-таки ты опомнишься. Смотри, какой красивый листик. А у меня все такие были красивые. Ну, вы же знаете, когда больное... Даже человек, когда больной, совсем некрасивый. А вот когда выздоравливает, мне кажется, этот листочек выздоравливает. Я желаю тебе здоровья. И сейчас покажу череночки. У меня есть еще немного эпина. Вот здесь буквально капелюшечка. Я достаю. И добавляю воду. Капельки драгоценного раствора. Да. И укладываю сюда эти череночки. Вот так их все вместе. На одном уровне, чтобы были. И оставлю часов на 9-10 до самого вечера. А потом переставлю уже в чистую воду. Вот сколько их. Видите, что выглядят неважно.
Вот так. Все. Оставлю в таком виде. И вот приготовила я грунт. У меня составной, потому что я уже купила все части, заготовила, в лесу взяла. А вы, конечно, берите землю для бегоний и не морочите себе голову с разными составными частями. Возьму два кашпо, сделала отверстия эти, и на дно насыплю керамзит. Добавляю этот грунт, берем самые красивые корешки. О, тут даже листики дали корешки, видите? Я прямо вот так их пучком и посажу. Вот так. И еще добавлю. Да, уже пора сажать. И сегодня хороший день для пересадки. Поэтому я думаю, у меня все получится. Видите, этот не надо. Только те, которые дали хорошие-хорошие корешочки. Вот они. Здесь тоже хороший корешочек. И сейчас буду добавлять грунт. У нас сегодня 29 градусов. 11 сентября. Молдова. Мы еще радуемся теплу. Я представляю, как уже холодно в Сибири. Возможно, даже где-то уже и снег выпал. А у нас красота. Розы цветут. Представляете, 29 градусов. Все. Сейчас осталось только полить. Фу, даже жарко. Растения пересажены. Политы. Они, конечно, первое время будут приживаться. Но вы видели, что корешочки у них хорошие. Поэтому все у них будет замечательно. С вами была видеоблогер Екатерина Снытко и мои растюшки. Всего вам доброго!